Всем привет! Продолжаем смотреть работы художников. Выставка в Ирарте «Фантазии из чернильницы». Евгений Крылов. Вот как написано в анонсе. Музей Ирарта представляет выставку художника-экспериментатора Евгения Крылова «Путешествие. Загадочная дама». История, рожденная из масляного пятна и кофейной кляксы, комично-трепетные существа, отражающие многообразие природных цветов и форм. Неутомимый художник-экспериментатор, работающий с различными материалами и техниками. Профессиональный художник-дизайнер, многие проекты его студии завоевали награды и почитание зрителей. Ловец снов. Каждая картина привлекает внимание изысканным колоритом, виртуозной техникой и призывает смотрящего к взаимодействию, к активному созерцанию. Только так можно развернуть, разгадать произведение. Перед зрителем возникает лабиринт образов, заставляющий глаз блуждать по листу, всматриваясь в детали, находить взаимосвязи и складывать все в единое, но каждый раз разное повествование. Это настоящий сюжетный конструктор, где результат зависит от кругозора зрителя. Невозможно из пятна на автомате что-то сделать. До пятна нужно дорасти, почувствовать его, говорит Евгений Крылов. Международные фестивали, работы в индустрии моды, промышленности, ювелирная отрасль, эксклюзивный фарфор. Мастер использует широкий диапазон техники: тушь, карандаш, акварель, масло, акрил. Есть также авторская смешанная техника, в которой художник использует помимо художественных красок обычную шпаклевку, резиновый клей, даже промышленные краски и составы. С недавнего времени мастер работает плотно, как скульптор. Родился в 1976 году, член Союза художников России с 2003 года, живет и работает в Санкт-Петербурге и Германии. Ну вот так вкратце то, что написано в анонсе, что я нашел в интернете о выставке Евгения Крылова «Фантазии из чернильницы», которая проходит в музее Ирарта. Все, всем пока, всем привет, смотрим работы.